15-летнего подростка из Петропавловска подозревают в вымогательстве денег у своей 19-летней знакомой. По версии следствия, в ночное время 26 августа текущего года подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире своей 19-летней знакомой, угрожая повреждением находящегося в помещении имущества, потребовал у нее денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. В целях подтверждения своих угроз злоумышленник повредил и уничтожил практически все находящееся в квартире имущество, а также применил насилие в отношении девушки. По прибытии сотрудников полиции подозреваемый отказался открыть входную дверь и предпринял попытку поджечь квартиру. Противоправные действия пресечены специальным подразделением органов внутренних дел. Ранее злоумышленник привлекался за совершение имущественных преступлений, в настоящее время задержан. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.